Для жителя Шанхая Ли Вэйлэя мастерить Бэтмобили стало привычным делом. Это уже 10-й по счету, почти точная копия автомобиля Бэтмена из фильмов «Бэтмен. Начало» и «Темный рыцарь» в натуральную величину. Собственной мастерской 26-летний Ли Вэйлэй и его команда из 30 энтузиастов делают такие из металлолома. На каждый уходит около 2 месяцев и 70 тысяч юаней. Это чуть больше 11 тысяч долларов. Бэтмобиль очень крутой и привлекает внимание. Все мальчики интересуются машинами. Мне нравится, как он выглядит, он действительно крутой. Я увлекаюсь сборкой моделей автомобилей. Поэтому захотелось собрать такой для себя собственными руками. Бэтмобили никогда не продавали. А если бы такой и появился в продаже, то он был бы очень дорогой. Впрочем, оснащать свои бэтмобили двигателями Ли не спешит. Говорит, сначала надо получить разрешение от властей, если такое вообще возможно. Добавляет, уже был печальный опыт с самодельным бэтподом, копией мотоцикла Бэтмена, которую также смастерили его ребята. Друг Ли решил прокатиться на нем по улицам города, но его остановила госавтоинспекция и лишила водительских прав. Впрочем, у обывателей все же есть возможность увидеть творение шанхайских самоделкиных. Вот это авто поместили с помощью крана на улицу за забор мастерской на всеобщее обозрение. Тут же собралось много желающих посидеть за рулем. Некоторым это удалось. Он выглядит точно как тот, что в кино. Очень похож. Сижу в нем и чувствую себя героем фильма. Он выглядит хорошо, он привлекает внимание, выглядит круто, зрительно очень поражает. Я только что увидел его и подумал, что это такое. Потом подошел поближе и теперь думаю, что это здорово. Хороший дизайн, хорошая концепция. Было бы здорово, если бы власти разрешили ему ездить по дорогам. Впрочем, из металлолома эти мастера делают не только транспортные средства знаменитого человека летучей мыши, но также и огромных трансформеров. Все это они сдают на прокат, за счет этого и живут. К примеру, недельная аренда Бэтмобиля стоит около $5000. Услугой пользуются организаторы различных автошоу.